Sunrise Crystal Bay. В современном стиле чувствуется вот площадя, просторность. Он такой модерновый, более европейский. Так, и посмотрим его издалека. Мы заходили с пляжа. Вот видите, он как... Мне напоминает он туевский, как джакаранда. Такие квадратные корпуса. Спокойный очень. Но зато можно пользоваться территориями соседних отелей. Мамлюк, еще раз повторюсь, и Sunrise Garden Beach. Недельку, если едешь, то можно поотдыхать в трех отелях. Sunrise Crystal Bay. Этот Sunrise на уровень выше считается, чем Sunrise Мамлюк и Sunrise Garden Beach. Этот отель может пользоваться территориями Garden и Мамлюком. Вот. Что-то мне девочки перебили. Сюда не могут заходить с этого отеля, а он может, гости этого отеля могут ходить два соседа. Вот какая здесь какая красивая лагуна. Морская лагуна. Пологий заход. Ветра, походу, здесь не будет. Клево. Sunrise. Как он называется? Crystal Bay. Спокойный отель, анимация софт. Лысенький. Но нет песка, как это. Да, но зелень, но травка есть. Номер делюкс. Большой номер. Душик современный. По косметике все стандартно.